Помните, я вам в светофорах снимала вот такую баночку томатов, очищенных кусочками в собственном соку. Сегодня я его буду пробовать, обозревать. Давайте сразу скажем, сколько она стоит. Баночка 400 грамм стоит вот 61,50. Томат резанный в томатном соусе. Значит, производит город Тверь. Вот здесь изготовитель город Тверь. Что мы видим в составе? Почитаем сейчас состав. Томаты очищенные, сок томатный прямого отжима, регулятор кислотности, лимонная пищевая кислота. Все, больше ничего нет. Объем 400 грамм. Масса нет, 400. То есть баночка практически полностью набита. Очень хорошая крышечка, очень удобная. Не надо мучиться с ножом. И сейчас откроем, посмотрим, что они из себя представляют. Баночку открыли, смотрим, что у нас внутри. Смотрите, кусочки прям реально очищенные, шкурки нет, что очень радует, и порезанные на кусочки, помидорчики. Такое ощущение, как будто они прям вообще натуральные. Ну, то есть не вареные никакие. То есть это прям закрытые, консервированные, живые, свежие помидоры. Мы сейчас их попробуем обязательно. Представляете, томатной пасты минимум. Прям соли тоже минимум, что очень радует, потому что обычно такие помидоры покупаешь, они очень соленые. Вообще штука великолепная. На готовку самое то. Напоминаю, 61 рубль 50 копеек.